Всем привет! Меня зовут Даник. Привет всем! И сегодня мы с Даником покажем, как он подготовился к школе. Да? Да. Во-первых, мы хотим посмотреть, какие книжки у Даника будут в этом году. Мы их еще не открывали. И сейчас вместе с вами откроем и будем смотреть, что тут есть такого. Вау, что это? Что такое? Ну-ка, давай посмотрим. Это нужно для геометрии. Тут разные фигуры внутри. Откроем, посмотрим? Да. Давай. Что там есть? Здесь есть какие-то бумажки. Инструкция. Ух ты, ты посмотри, а! А здесь какие-то фигуры. Фигуры 3D вы будете делать в школе. Круто. Это какая-то линеечка. Давай сейчас покажу. Я покажу эту линеечку. Вау. Вот такая вот прикольная линеечка. Тут какое-то животное, жираф. Не жираф. Даже. Уточка. Еще какая-то птичка и цветочек. Прикольная такая вот линеечка будет шла вместе, вместе с разными вещами для геометрии у Даника. А здесь просто какие-то фигуры. Вот. Математика 4. Какая у нас? Да. Сейчас просто покажу. Вот здесь несколько книг по математике. Там несколько частей. А здесь геометрия, кстати. Смотри, с этой стороны геометрия. Видишь? И к математике, вот к этим книжкам, еще идет вот такая вот книженция. Вот она. И там в прошлые были наклейки. И здесь тоже много разных наклеек. То есть они прямо в книжках там пишут, в этих, в тетрадках, и прямо клеют наклейки туда. Я не знаю, как сейчас в России, в школе, как обстоят дела там с книжками, с тетрадками. Но вот в израильской школе вот такие вот прикольные тетрадки, в которых там они сразу пишут, дети, и наклеивают наклейки. Класс, новые тетрадки. Вау, геометрия мне нравится. Да, уже нравится геометрия? Новая геометрия уже нравится Данику. Почему? Вот такая вот геометрия. Здесь куча заданий разных. На измерение, на счет. В общем, очень-очень классные книжки, по которым очень приятно заниматься. Даже часы вы тут будете, смотри. Даже с часами тут будете разбираться. Что, геометрия 4? Сейчас посмотрим. А это математика. Здесь три книги сразу, три части книг. В первом классе было 1, 2, 3. А сейчас у них идет 4, 5, 6 части. Вот такая вот тетрадка. Здесь все очень красочно. И на самом деле дети очень быстро учатся и умножению, и делению, и там сложению. Всему-всему, да. Вот. Очень здорово все. Хочешь у тебя одну страничку? Нет. Даник уже хочет одну страничку сделать в какой-нибудь книжке. Вот такие вот просто тетрадки. Рабочие тетрадки. Такие прикольные, да, Даник? Да. Интересно. Это книжки по чтению, где дети будут учиться читать и писать. Вот они. Тоже все достаточно красочно и интересно. А это природоведение, ребята, природоведение. Вот так вот это все выглядит. Расскажите нам, пожалуйста, какая программа сейчас идет в школе в России. Нам очень интересно узнать, как все поменялось там тоже. Потому что в Израиле, я так думаю, тоже не всегда были вот эти вот все книжки. А в прошлом году, помнишь, Даник, вы там улиток изучали, да? А сейчас мы перейдем к самому интересному, наверное. Это к рюкзаку.
Давай, доставай свой крутецкий рюкзак. Вот он такой рюкзак. В этом году мы выбрали один из самых легких рюкзаков, да, Даник? Да. Барселона. Потому что на самом деле рюкзак, который в прошлый у нас у Даника был, он был очень тяжелым, неподъемным и неудобным. В этом году мы решили взять новый. Давай покажем, как здесь пристегивается это дело к колесикам. Так как к концу года рюкзак становится уже настолько неподъемным, мы взяли со съемной тележкой. Сейчас мы покажем, как тут все отстегивается. Здесь нужно нажать на кнопку. Опа! И эта штука выходит. Вот так. И все. И рюкзак без подставки. Такая прикольная подставка. Я! Что это? Оружие? У меня меч. Это меч раскладной. Круто. Что в рюкзаке? Даник туда что-то уже в рюкзак положил. Интересное такое. Мы сейчас увидим. Самое интересное. Тут ничего нет. Так, давай покажем вот это отделение. Внутри этого отделения тоже разделено на мелкие всякие кармашки. Может быть, сюда ключи можно будет ложить. Телефон, такие вещи. Ключи, телефон. Да. Здесь место для воды. Вот. И здесь еще есть ремешок, который эту воду придерживает. То есть, в принципе, можно сюда класть и воду, а можно класть что-то другое. Давай посмотрим, что там еще есть. Вау! О, вот это самое классное. У Даника начинается музыка. И ему нужно было купить вот такую вот классную дудку. Вот такие вот дудки. Круть. Есть что тут, где тут написано? Ямаха. Что там есть? А там есть тетрадка с нотами и с диском, да? Я не знала, что там есть диск. Давай положим диск. Мы потом послушаем диск, как там, что там такое. Наверное, там просто песни, я думаю, ты знаешь? В общем, нам будет весело в этом году. Настоящая дудка. Наклейка что-то есть. Ничего, мы снимем. Давай это пока уберем. Посмотрим. Кстати, да, рюкзак. Барселона, вот. Очень крутой. Даник выбирал. Это крутая команда. Да, Даник выбрал только Барселону. Жалко, что ее уже выиграли. Да. Обихайно. Да. Давай тут закроем. Давай посмотрим. Что ты там положил в последнее отделение? Ну-ка. Здесь также такой вот пенал. Барселона тоже Даник выбрал. Вау. Чтобы все было в тему. Еще одна футбольная. Мадрид. Футбольная папочка. Вот она. Вау, Барселона. И еще одна футбольная папочка, куда все книжки дети будут. Подожди, сейчас покажу. Куда все свои тетрадки маленькие, да, они будут складывать. Вот эти. Да, вот сюда кладутся тетрадки. Они просто таскают все эти тетрадки с собой. Вот тетрадки. Да. А это тетрадки просто, да. Что там у тебя еще есть интересного? А еще здесь есть вот такая вот фишка. Здесь есть специальный кармашек. Он либо для телефона, либо для какого-то устройства, на котором можно слушать музыку. И вот здесь через кармашек можно выводить наушники, чтобы идти и слушать музыку. Здорово, да, Даник? Да. Круто. Ну все, а это обложки. Это обложки, а все остальное, всякие там карандаши, резинки, мы купим в ближайшее время, да, Даник? Чтобы уже полностью окомплектованный Даник пошел во второй класс. Даник, ты за эти каникулы соскучился-то по школе, а? Конечно. Да? По друзьям? Да. По футболу. По футболу с друзьями, по баскетболу, да? Здорово. А вы, ребята, готовы к школе? Если да, ставьте лайки и обязательно пишите нам. Расскажите нам, пожалуйста, какая программа сейчас в России, какие там учебники. Нам очень интересно, как все изменилось, да? Да.
Да. И не забывайте подписываться на наш канал. Пока-пока. Пока!